нас сегодня дебютный фильм с нашим дорогим соавтором. Вы увидите охоту на фазана, перепела, косача, а также косулю вот с таким вот четвероногим настоящим другом. Это немецкая собака Дратхар. Поддержите нашего автора своими лайками, а также комментариями. Здравую критику мы всегда воспринимаем с благодарностью, поэтому напишите в комментариях, понравился вам фильм или нет. Приятного вам просмотра. Здравствуйте, уважаемые друзья, любители охоты и приключений. Сегодня с вами я, Павел Агафонов, и сегодняшний фильм посвящен охотничьей собаке, а именно породе Дратхар. История породы Дратхар началась в конце 19 века. Тогда стартовали первые селекционные испытания по созданию послушной, выносливой, сильной и универсальной собаки. Родиной для этих собак стала Германия, а название породы можно перевести с немецкого как «жесткошерстный». В СССР Дратхар большую популярность приобрел в послевоенные годы. Множество трофейных собак было тогда завезено в нашу страну. И центром разведения данной породы в СССР стал питомник «Красная звезда». Мое знакомство с этой породой началось 7 лет назад. Тогда я приобрел своего первого Дратхара, но тогда у меня не было соответствующего опыта. И к выбору собаки я подошел, мягко сказать, безответственно. Мне попался недоношенный больной щенок, которого пришлось выхаживать. Но, к сожалению, прожил он недолго, год и 4 месяца. Конечно, была дикая боль, разочарование, и я не нашел другого лекарства, как только лишь завести другую собаку. И в этом мне повезло. Я нашел хорошего заводчика и нашел классного пса. Он у меня уже 5 лет, пошел 6-й, его зовут Байкал. Тренировки со щенком начинаются с того самого момента, когда вы берете его на руки в первый раз. Заниматься с Дратхаром нужно постоянно. Собака ждет своего ужина. Ешь! Молодец, хороший мальчик, ешь. Эта собака своенравная. Она обязательно должна знать, кто его основной хозяин. Во всяком случае, мой пес без конца последние 5 лет пытался показывать, что главный в доме он. И это все время приходится ломать. Первые занятия начинаются с игрушек. Это всевозможные мягкие игрушки, резинки, палки. Затем потихоньку переходим к натуральным, а именно перья птиц. Наверняка каждый с охоты может привезти и крыло утки и так далее. Если вы хотите получить хорошую воспитанную собаку, то заниматься придется долго. Лежать. Наши первые выходы в поле начались весной. Там началось его знакомство с окружающим миром, с полем, с запахами, с какими-то новыми животными. Птички, бабочки, гусеницы, лягушки. Все это было в детстве. Знаю, да. Ёж. Ой, какой ёж классный. С
сразу собака начала себя показывать как истинный охотник, охотился буквально на все. Хорошо, нашел, молодец. Нашел. Молодец, умница. Первые стойки производили на меня, конечно, огромное впечатление. Очень радостно было наблюдать, как собака, еще не обученная, но уже показывает, что он настоящий охотник. После первых тренировок в поле начались и первые испытания и состязания. Вообще в клубе серьезно относятся к дальнейшему разведению и популяризации данной породы, поэтому отбираются наиболее лучшие и достойные собаки для продолжения своего рода. Мы, конечно же, стремились, для этого много занимались, проходили различные испытания, состязания. Конечно же, получали дипломы, были в числе первых. Ну и нам повезло, мы попали в племенную книгу России, где сейчас и состоим. Процесс обучения собаки проходит, конечно же, не только на тренировочных площадках, но и непосредственно в поле и на охоте. Свою собаку на охоту я стал брать с самого раннего детства, для того, чтобы показать ему мир, для того, чтобы показать ему, для чего он создан. И, конечно же, он начал проявлять свои охотничьи инстинкты сразу. Несмотря на то, что в моей жизни были учителя, которые подсказывали, что нужно делать, как воспитывать собаку, свою собаку я испортил сразу. Потому что основная охота, на которую я ездил до него, это, конечно же, охота была по копытным, конкретно по косуле. И, естественно, я его сразу же взял и тем самым испортил себе жизнь года на три. Потому что та неуемная энергия и тот азарт, который у него присутствует, абсолютно не давали ему работать в поле по птице. Косуль он преследовал постоянно, с места срывался, никого не слушал, и это, конечно, была большая проблема. Отучать от этого приходилось жесткими способами. Это и электроошейник, и тонкие корды, которыми останавливают собак. Охотиться с этими собаками можно круглый год. Они отлично переносят и любые климатические условия, и их практичный шерстяной покров позволяет Гратхару, ну, по сути, пробираться по любой местности. Стоит отметить, что эти собаки, они более агрессивны к зверю, чем другие породы легавых. И также у них очень сильно развит территориальный инстинкт. Дратхар используется на охоте по боровой, полевой, болотно-луговой дичи, водоплавающей, по копытным, по мелкому и среднему зверю. Собаки этой породы, ну, они обладают ярко выраженной охотничьей страстью. Это и врожденная стойка, и склонность к следовой работе, к апортированию, и имеют выдающиеся способности к дрессировке. Подранков битой дичи эти собаки подают в руки, без устали исследуют любую местность, будь то болото, кусты, лес, неважно. Основная его задача – это найти
и добыть зверя. Друзья, а теперь специальное предложение от моего сына Савелия. При покупке 2 ящиков тушенки вы получаете вот такую замечательную футболку «Охота в России». А при покупке 4 ящиков тушенки любого вида вы получаете комплект бейсболку и футболку. Из чего у тебя тушенка? Тушенка есть из кабана, из лося и из косули. Пожалуйста, заказывайте еду и получайте в подарок одежду. Много у тебя осталось тушенки? Тушенку очень быстро разбирают, успевайте скорее, пока не кончилось. Конечно, для того, чтобы поставить собаку, необходимы специальные знания. Многие мои знакомые, имеющие дротхаров, обращаются к профессиональным натащикам, отдают собак и, конечно, получают результат быстрее. Но я не пошел по этому пути. Мне захотелось воспитать собаку самому. И вот мы уже 5 лет пытаемся сделать друг из друга настоящих охотников. Я делаю его, он делает меня. Нужно большое взаимопонимание со своей собакой для того, чтобы получать желаемый результат на охоте. Вот, например, одна из тех замечательных подводок собаки к дичи, которую сейчас вы видите, продолжалась, наверное, минут 10. Все его тело напоминает одну большую сжатую пружину, и в то же время та элегантность, с которой он это делает, ну, всегда вызывала во мне большой восторг. Движение похоже на движение леопарда при остановке. И вот этот поиск, конечно, доставляет огромное удовольствие. Но вообще сейчас я не представляю охот без собаки. Практически нет подранков. Пес достает птицу, находит битых копытных в любое время дня и ночи и в любое время года. Мы помогаем и другим охотникам, которым не очень повезло, и находим чужих подранков. И это тоже радостно, потому что собака начинает приносить свои плоды. Вообще дротхар становится собакой охотничьей, ну, где-то года через 3 после активных тренировок. Вложить в него нужно сил огромное количество. Но те ощущения, которые вы получаете от того, что вы сделали вместе, это, конечно, дорогого стоит. На этапе обучения мы, конечно же, занимались охотой по фазану. Это подсадная птица, проводится в закрытых вольерах, ну или на открытых участках, далеко она не улетает, высаживается в поле, и потом ты начинаешь поиск и охоту по ней. Ай, молодец, хорошо. Вот так. Ай, подай. Скорее, подай. Молодец, ко мне. Подай. Ну, ты молодец, умница. Умница, молодец. Молодец. Все, теперь это мое. Это мое. Ладно. Подай. Иди, тут, поищи, поищи. Поищи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а где же упреждение? Покровитель? Достаточно интересная охота, правда, многие ее не одобряют, так как считают, что не спортивно. Дичью не считают. Выпускной фазан все-таки выращивается в домашних условиях. Но все равно в качестве обучения очень даже подходит. Подай!
Дратхары очень любят воду. И поэтому утиная охота, конечно же, тоже приносит много радости, восторга. Утку достает с большим удовольствием, лезет в любые кусты. Это трава, крапива, густой кустарник, ему не важно. Утку достает и приносит хозяину. В процессе обучения молодой собаки большое внимание уделяется подаче. Дратхар должен найти битую дичь, принести ее хозяину и соответствующим образом подать. То есть он должен сесть рядом или напротив тебя и отдать тебе битую птицу в руки. Только тогда на испытаниях, состязаниях вы можете получить какие-то высокие оценки и дипломы. Дратхар обладает отличным чутьем на охоте. Он смело вступает в схватку с любым зверем, отличается большой агрессией по отношению к лесным животным. Это преданные и послушные собаки. Они очень привязываются к своему хозяину и к семье, где они живут. Очень любят общение, и им нужно уделять очень много внимания. С другими животными, которые могут проживать у вас в доме, дратхар уживается, однако он очень склонен к доминированию и может быть ревнив. Справиться с ревностью или минимизировать ее проявление помогает ранняя социализация. Поэтому дратхар должен все время общаться с себе подобными, с людьми. Ни в коем случае не быть долго одному. И стоит отметить, что дратхары очень хорошо ладят с детьми. Мой дратхар безумно любит моего сына, мою жену, считает нас своей стаей, но, конечно, доминировать приходится мне, потому что со мной он на охоте, со мной он в поездках. В общем, это та собака, которая все время, как говорится, у ноги. Работа с собакой на охоте – это неотъемлемый симбиоз двух существ. Ты не можешь без нее, а он не может без тебя. Поэтому очень важно найти взаимопонимание со своей собакой, понимать с полувзгляда, что он хочет тебе сказать. И вообще, в последнее время у меня создается впечатление, что он скоро заговорит. Для нас самой, наверное, интересной охотой является охота по перепелу. Это охота, которая проходит в теплый период времени. Открывается охота, к счастью, для лягушатников раньше, чем для обычных охотников. И охота по перепелу доставляет нам большое удовольствие. До сих пор не понимаю, как он умудряется в огромных просторах находить эту маленькую птичку, но эта охота очень азартная. Перепел
обычно либо сидит до последнего, либо начинает бежать. И вот тогда собака показывает все, на что она способна. И все, что ты в нее вложил, ты получаешь сторицы. Однажды на одной из охот, где было много охотников, и все были с дротхарами, присутствовал один товарищ, и его спросили: ну вот для тебя какая самая интересная, захватывающая охота? Он, недолго думая, сразу сказал, что, ну, конечно, это охота на больших зверей, медведь, лось, кабан. И один из моих друзей произнес такую фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Да, говорит, до Перепела ты еще не дорос. Уважаемые друзья, подписывайтесь на канал, этим вы поможете его развитию. А также напишите в комментариях, понравился ли вам этот фильм. Гуляй! Если вы решили завести подобную собаку, то помните, во-первых, нужно правильно подойти к выбору щенка. Во-вторых, забудьте о покое и сне первые пару лет. Заниматься придется много, долго, но в результате, как сказал один мой знакомый, первые 3 года ты работаешь на собаку, а всю оставшуюся жизнь она работает на тебя. Дротхар приносит огромное удовольствие в моей жизни. Это, наверное, самый преданный друг, не просящий ничего взамен, любящий тебя бескорыстно и беззаветно. Если вы на пути выбора собаки, то я советую вам именно эту породу. Надеюсь, что фильм вам понравился. Я желаю вам здоровья, успехов и ни пуха, ни пера на охоте. До свидания.